Улица «Новый микрорайон» известна далеко не каждому жителю поселка имени Цурупы. Но именно здесь самые дружные и целеустремленные люди. В домах частного сектора, разместившихся параллельно главной улице, проживает порядка 600 человек. Свое желание отремонтировать дорогу они конвертировали в голоса в конкурсе на портале «Добродел». Жители в течение прошлых лет достаточно много обращений писали о том, чтобы ее включили в план ремонта. Но за счет средств местного бюджета это было сделать невозможно, потому что очень большая площадь, большой объем работы. И, соответственно, местный бюджет это дело, ну, прямо скажу, не тянул бы. Стоит дорога 18 миллионов рублей. Физически это чуть меньше 17 тысяч квадратных метров. Протяженность дорожного полотна 4 километра в длину. Строительство подходит к своему завершению. Подрядчик уже готовился к асфальтированию. Непогода последних дней спутала карты. Мы строим дороги, стараемся на долгие времена, поэтому вот сегодня проинспектировав, поняли, что нужно приостановить эти виды работ на несколько дней, пока не закончатся ливневые осадки. Вот, как только будет прекращено, я думаю, что в ближайшие несколько дней эта дорога будет заасфальтирована, и жители получат качественную дорогу на долгие времена. Желанная дорога, как отмечают сами жители и представители администрации, должна быть сделана качественно и в соответствии с принятыми стандартами. Засыпать асфальт в лужу по русской традиции здесь не будут. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости Искровект.